Добрый вечер, мои дорогие друзья. Хочу показать вам обзор на квартиру, которую мы сейчас в процессе оформления для Даши. Все, конечно, тут со временем сделаем. Главное, свой угол уже у нее есть, и она заехала вчера сюда. Вот смотрите, входная дверь, хорошая входная дверь. Так, чистенько все. Ванна, туалет. Туалет. Не знаю, что это такое. Унитаз мы поменяли. Она обживается уже, сутки живет здесь. Мунин туалет, они с Муни вместе переехали. Все чистенько, аккуратно. Квартира однокомнатная. Софик тут, как всегда, жует. Софика проснулся жор. Квартира была, ну, все, что сейчас здесь есть, почти все из оборудования тут было. Какая-то минимальная наша посуда, чайник, кастрюльки. Это, конечно, уже наше все. Сегодня привезли новый холодильник. ДНС, акция на Bosch. Вот, только его привезли, он часа два как стоит. Ну вот, что у бедного студента в холодильнике есть. Яйца домашние, хреновина, творог, фрукты в желе, редиска, молоко, кефир. Продукты минимальные, потому что... А как же кола? Потому что холодильник час назад привезли. Конечно, тут со временем все будет другое. Окей. Здесь можно подглядывать. Обои. Смотри, Софика больше всего веселит, что тут можно подглядывать. Черкасская вода в бутылке стоит. Занавески, рулонные шторки они вчера в Мерлене купили. Днем они интереснее выглядят, сейчас какие-то темные. Мультиварку она с собой взяла. Минимальный набор студента. Теперь хочу показать. Комната с двумя окнами. Кровать двухспальная. Тут тоже рулонные шторки мы вчера повесили. С Мерлена купленные. Очень удобный вариант, потому что через них поступает солнечный свет, ненавязчивый. И такое окно, балконный блок. Балкон у нас есть, который нужно обделывать. Квартира чистая, но со временем будет сделан ремонт. Со временем, конечно, я хочу, чтобы в течение полугода мы сделали ремонт хороший для ребенка. Вот. Это тахта тут была. Мы приедем в следующий раз на газели, увезем ее. Мунь без задних лап, блин. Да, Мунь тоже переехала с Дашей, это ее друг, с которым они напали, зовут Самаре теперь. Видите, бесится. Вот, я опять вышла в прихожку. Вот это я вам не показала. Это шкаф в стене. Тоже его нужно будет обыграть как-то интересно. Сделать интересную штучку из этого всего.
На этом я заканчиваю обзор квартиры. Завтра приедет еще сюда стиральная машинка. Все необходимое у Даши будет. А остальное мы сделаем со временем. Пока-пока. Смотрите нас.